Мы сейчас в одной имаре, вот здесь комната. Здесь две комнаты, они разделены стеклом, стеклянной этой. На каждом этаже вот такой вот порядок. Здесь вот шестиместка, вот это четырехместка. То есть получается две комнаты спаренные. Потом мирваха-хатунчик есть у них. Потом туалет, три туалета. Один арабский туалет, вот вижу. Вау, вот коридор у них большой. Коридор большой, вот здесь еще один туалет. Ну, этот туалет побольше. Потом вот здесь матбах. Вахит матбах. Иснейн саляджа. Ва-галибан. Вот это не работает. Никто не будет приходить сюда каждый день, приносить замзам, устанавливать. Нет, никому это не нужно. Честно скажу. Дальше. Здесь комната. Здесь сколько человек? Здесь четыре. Потом вот здесь, короче. Так, и ситары, везде почему-то ситары. Ну, никто ситары, конечно, не будет вешать. Это надо сразу понимать. Потом вот здесь комната. Вот здесь большая очень комната. Здесь, в этой комнате будет 9 человек. Вот она здесь где. Еще одна неудобная штука. 9 человек, представляете? 9 человек, это очень много на комнату. Это общежитие для солдат. И вот здесь, конечно, туалет. Ну, здесь они плитку меняли. Видно разные плитки. Так. Вот здесь света нету. Одна лампочка, короче, вот эта только над зеркалом. Ага. Так они, конечно, вот здесь все чистенько. Здесь порог опасный, чуть не упал. Далее идем. В общем, в одной квартире 23-24 этих комнат. Пятикомнатная она. Она пятикомнатная. В одной комнате есть, конечно, на каждом этаже в одной комнате есть неправильное расположение этого мукеифа. Мукеев будет бить прям в... Ну...